Привет, друзья! Расскажу сегодня про капитальный ремонт самосвала Виталим любые модели, любые года, ну, вопрос целесообразности. Данный самосвал полностью был разобран до рамы и собран. Он был Каммензом, стал КамАЗом, двигатель КамАЗ. Вот, то же самое можно делать и у вас. То есть капитальный движок. Капиталка движка, капиталка коробки, кабины, ходовки. Капитальный ремонт кузова, естественно. В каком бы у вас не был состоянии, он будет примерно такого. И будет, естественно, гарантия. И таким образом разбирается до рамы. Меняет основу накладки, меняет основу, кузов перекрашивается, доводится на ума. И каким образом? Вот тоже две модели. Сейчас 515 самосвал. Тоже по капитальному ремонту, только это с Каммензом. Сейчас 516. Тоже после капитального ремонта. То есть машина к нам приходит примерно в таком состоянии. 522 11 года. Становятся такими.